Сегодня в Омске перед судом предстали двое жителей Иркутской области. Владимира Мирошкина и Андрея Акимова обвиняют в убийстве директора братской типографии и ее сожителя. Тяжкое преступление было совершено 15 лет назад в условиях неочевидности на территории Омской области. Поэтому вердикт Мирошкину и Акимову огласят в Омске. Спустя столько лет предполагаемых злоумышленников задержали, но не всех. Двое за это время скончались. С родственницей потерпевшей пообщались наши корреспонденты. Я ищу тебе по свету, все надеюсь, ты жива, потому что в мире этом ты моя сестра одна. Я думаю, если каждый теряет своих родственников вот так, наверное, каждый ждет, надеется, верит. Это стихотворение Надежда Бугашевич написала своей родной сестре Любови Штейман, которая пропала почти 15 лет назад. Надежда приехала в Омск из Иркутска. По уголовному делу проходит в качестве потерпевшей. Женщина говорит, что самое страшное в том, что останки сестры до сих пор не нашли. Надежда Бугашевич утверждает, что знает, кто дал наводку на убийство Любови Штейман. Общая знакомая. Вы ее знали? Да, но он сработал. Наверное, зависть, скорее всего, людская. Подсудимые 48-летний Владимир Мирошкин и 45-летний Андрей Акимов. Их обвиняют по статье «Убийство группы лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем». В 2000 году директор типографии «Братской» Иркутской области Любовь Штейман отправилась вместе со своим сожителем Валерием Расчектаевым в отпуск в Анапу. Как выяснили следователи, Штейман и Расчектаев выехали из «Братска», должны были сделать остановку в Новосибирске, после держать курс на Сочи. Передвигалась пара на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado. С собой они везли 20 тысяч долларов США на покупку машины. Все это время, вплоть до Калачинского района Омской области, их преследовал легковой автомобиль. В нем подходящего момента ждали четверо человек. Первым, по версии следствия, группировка убила Расчектаева. Его труп был сокрыт. То есть на него положили ветки деревьев, после чего проследовали к женщине, потерпевшей, связали ее скотчем, один из обвиняемых, который также сегодня представлен перед судом, связал ее скотчем и положил в автомобиль, на котором потерпевшая приехала. Увезли ее в неустановленное следствие место. Как следует из материалов уголовного дела, после все четверо вернулись в родной Братск, поделили похищенные деньги и разошлись. С тех пор прошло почти 15 лет. Двое человек, Васильев и Касперчик, скончались. Еще двоих удалось задержать. Акимов и Мирошкин вину признают частично. Говорят, что разбой совершили, а вот убийство – дело рук их погибших сообщников. Обвинение не поддерживает эту версию. Подсудимым грозит пожизненное лишение свободы.